Новости. 19:45 на часах, студии радио «Тихий Дон». В эфире «Новости на Дону». У микрофона Сергей Святаченко. Здравствуйте. В этом выпуске. Где все-таки состоится суд над украинской летчицей Надеждой Савченко? И сколько потратят на гандбольную Лигу чемпионов? Далее подробно. Ростовский областной суд отказал в защите украинской летчицы Надежды Савченко в переносе процесса в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс». Обжаловать решение подсудимое не планирует. Судья отметил, что проживание части свидетелей в Москве, Воронеже и области не может быть основанием для изменения подсудности дела. Напомним, что Генпрокуратура России, утвердив обвинительное заключение по делу Савченко, направила его для рассмотрения в Донецкий городской суд, дабы судебное заседание состоялось по месту совершения преступления. Следователи полагают, что именно в окрестностях российского Донецка украинка перешла границу, пытаясь скрыться от ответственности за гибель журналистов при артобстреле под поселком «Металлист». 20 миллионов рублей потратят на организацию соревнований Лиги чемпионов Европы по гандболу в Ростове. Как сообщает правительство области, соответствующее распоряжение подписал Василий Голубев. Напомню, что в этом году гандбольный клуб «Ростов-Дон» добился впечатляющего результата. Завоевал золотые медали чемпионата России, выиграл Кубок страны и тем самым получил право выступать в Лиге чемпионов Европы. Наши гандболистки уже в октябре представят Россию в самом престижном клубном турнире. Такого уровня соревнования в данном виде спорта Донская столица принимает впервые. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. В студии был Сергей Святаченко, служба информации радио «Тихий Дон».